Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Улха. У нас 18-й день, и нам доступен сундучок. Интересно, что в нем. Мы получим с тобой два сундука. Второй за наездников драконов. Так, ну пока ничего такого хорошего. Может быть, во втором? Слушай, ну единственное, что мне понравилось, это цветочки Фрей. В два раза больше их выпало, чем должно было быть. Ну что же, посмотрим, сможем ли мы накопить до конца сезона определенную сумму цветочков, чтобы приобрести эпического или даже легендарного дракона. Так, Беззубик, что ты... О, да, слушайте, открыто новое путешествие. Верховная тень, прикинь. Вот так вот. Так, Громелечка у меня прокачался, и сразу же водорез. Два лямчика нужно, ну ладно. Мне не жалко, я буду тратить, ребят. И, конечно же, на прокачку. Вперед, вперед. Не засиживаемся, быстро качаться. Так, там, по-моему, еще одно местечко есть, поэтому древоруб туда полетит сейчас. Подожди-ка, древоруб. Древоруб и так был бы не против туда полететь, а в чем тогда беда? Хм, непонятно. Ладно. Лети, обучайся. В общем, наша... Первостепенная задача, друзья, прокачать. Сколько там, пятерых или шестерых? А, даже восьмерых драконов до 60 уровня. Восьмерых, ребят. Это серьезная заявка. И очень-очень много на это понадобится нам времени. Так, давай-ка я с этими драконами разберусь. Отправим с тобой их там в путешествие или еще куда-нибудь. Так, ну этот, естественно, пойдет на отдых у нас бесплатно. Так, Кривоклык. Давай, ищи маму там. Здесь у нас Барсик, что там? Пускай обучает Ципу. Я, ребята, не читаю эти задания, потому что они все повторяются. Абсолютно все повторяются. Поэтому по 30... Блин, ну, конечно, хорошо бы, но не факт, что он тебе выпадет на рулетке, понимаешь? А так, да, так было бы круто. Сколько ты мне принес тут? 43 тысячи! Ну, это копеечки, елки-палки, это копеечки. Ты сколько... Да ладно, чего так мало мне приносите-то, древесинки, эй. Да ну. Основные добытчики у меня, значит, получается шепот смерти, да? Где он, кстати? Сколько ты там принес мне? Ну вот, считай пол лямчика. Это очень круто. Так, а вы-то что у меня тут стоите? Да-да-да-да-да, я не могу их прокачать, ребята, не могу. Потому что у меня, ну, в академке уже, как говорится, все забито. А ну-ка, вот оно, друзья мои. Не дает уклоняться противникам. А кто-то мне сказал, что ее нужно прокачивать. Сокровищница. Не надо. Изваяние героической меткости. Или вы хотите сказать, что я должен... Я сейчас посмотрю. Я не поленюсь и гляну, где оно у нас. По-моему, здесь, да? Изваяние. Так, быстрые когти. Изваяние бойца, изваяние вождя. Нет, друзья мои. Вы сказали, нужно будет его еще прокачивать. Правда, вот уровень первый, я не знаю, как повышать уровень. На максимальный. Стоп, подожди, все-таки, может быть... Может быть, все-таки где-то здесь у нас есть прокачка. Так, изваяние. Изваяния, которые у меня поставлены, уже отмечаются где-то? Нет. Короче, ребята, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как, если оно вообще прокачивается. Потому что я вижу, что тут уровень 1. Но тут написано максимальный уровень. Или это уже максимальный уровень у меня? То есть первого уровня. Он один единственный уровень. Или же как-то можно прокачивать. Вот это мне как бы уточните. А то, знаешь, я что-то не могу. Я как бы понимаю, что все, в принципе, правильно, да? Что по максималке статуя одна, куда ее еще прокачивать. Но, может быть, я заблуждаюсь. Ладно, давай мы с тобой посмотрим теперь бесплатно пак загадочный. Сегодня нужно нам с тобой задание, кстати, допройти. Так, ну что, монетки за наездника мы с тобой получаем. Шторморез, громобой. Так, громорог и ресурсы. Кстати, друзья мои, они меня, честно говоря, обманули.
А знаешь, в чем заключается их обман? У меня, насколько ты помнишь, да, стоит подписка. Подписывался я на месяц. В плане того, что у меня вот наездники. Они сказали, за 2 или 3 дня до конца месяца мы вас типа предупредим по сообщению, да, по смс-ке, чтобы вы могли отключиться. Вот, буквально сколько там, 2 дня, 3 назад у меня оба-на списание со счета. Я не понял, смотрю. И вот как раз списание со счета 300 рублей за то, что я не отказался от подписки. А теперь мне невыгодно отказываться, потому что он уже месяц проплатился. В общем, вот так вот, ребята, это имейте в виду, если кто-то решит вдруг подписаться на наездников, да, на месяц. И поверит им, что они якобы тебя предупредят перед началом следующего месяца, чтобы ты мог вовремя отказаться. Ничего такого не происходит. Так что учитесь на моих ошибках. Так, ну что, давай с тобой, наверное, найдем эти письмеца любовные. Где они находятся? Здесь. И обычное письмо здесь. Интересно, что это за дракончик там будет, а? Зеленая смерть, что мне принесла? Так, жетон, тусклый янтарь. Так, пускай дальше идет, ищет. А, мы с тобой же не посмотрели пак, точно. Монетки Одина в копилочку. Давай быстрее. Окей, так, и что нам тут? Одни ресурсы, да? Даже никакого дракончика, даже шестереночки не подкинули. Жулики. Ладно, давай сюда пойдем с тобой. Забираем все наши награды, которые тут. Цветочки Фрей по 30. А из сундука мы с тобой вытащили аж почти 400. Что с одного, что с второго сундука. То есть тысячонку. Так, здесь. Надо будет, кстати, глянуть, что у нас там действительно по цветочкам происходит. 3390 в данный момент, ребята. Мало. Можно попробовать на токсина, но, конечно, хотелось бы на вес начеса. 40 дней еще впереди, это, считай, 1,5 месяца. Ну, шансы есть, в принципе. Вечно чес. Так, что у нас здесь? Пак созрел какой-то, да, судя по всему. Давай мы его заберем. Шепот смерти, древоруб, водорез. Кстати, я уже заметил, это стандарт идет какой-то. Водорез, да, шепот смерти. И там еще может маневрировать немножко. А что у нас тут по рунам показывают? Не знаю, ребята, что-то показывает. Мне руны надо получать вот здесь. Забираем 75 ежедневных рун. Подожди, а я что, забыл тогда отправить? Елки ты палки. Я забыл фурию, видимо, тогда отправить в путешествие. Так, а у нас тут с тобой только рыба? Нет, есть древесина. Есть древесина, есть рыба. Рыба, я тебе еще раз говорю, нам очень пригодится, потому что мы драконов уже начинаем прокачивать. До какого там уровня, ты уже опять забыл. А, до 60-го. Так, что у тебя, парень, есть на обмен? Четки, но дорого стоит. Дорого, друзья мои, 100 рун, оно того не стоит. Письмеца эти фиг найдешь. Конечно, хотелось бы мне получить, извини меня, пара кривоклыка. Тут одной лопаты не хватает. Обновить ассортимент. Ускорить. Нифига, следующее обновление 117 рун. Не, это уж спасибо, ребят, большое. Не хочу. Так, это за ускорение, да? Я получил янтарь. Ну что, заходим в события. И вот у нас угроза, вражеский удар. Мы с тобой еще не прошли. Не прошли, и у нас тут, в принципе, сегодня должны пройти. Опять же, из расчета, что все пойдет хорошо у нас. То есть никаких фейлов не будет и так далее. Ох, начинаем. Так, водорез, змеевик, шепот смерти. Поехали. Так, они начинают первые, да? Они начинают первые. Блин. Ну, попробуем так. Сейчас, если змеевика с тобой нахлобучим. Опа, уклонение. Слушай, мы сейчас с тобой промахиваться не должны, по идее, да? Изваяние я сделал. Вот сейчас-то мы и посмотрим. И если действительно за всю игру мы ни разу не промахнемся, то это просто имба будет, а не статуя. Просто имба.
Так, тихо, не выпендривайся. Давай-ка их, наверное, в сон загоним. Мы успеем с тобой еще накопить энергию. Окей. Давай вот так вот. И... Ага. А что, у него пониженная атака была, что ли? Тихо, блин, я так и думал, ребята, сделает он все-таки, а? Но это еще терпимо, если честно. Хильнемся, добьем. Ну и остается водорез. Что он там сейчас будет делать? Понятно, и в кого? Так это не страшно. Смотри-ка, пока ни одного промаха. Даже барсик попадает идеально. Ну-ка, что у нас тут? Но здесь обязательно нужно в сон загонять, ребята. Потому что здесь громорог, плюс шепот смерти и... Сам видишь, кто проказник этот. Блин, ну попробуем так, наверное, сделать. Так, прихвостень, успокойся. Надо каждому, наверное, по ударчику сделать, да? Все, загоняем их в сон. Естественно, начнем с разборки шепота смерти. Потому что его проще всего уничтожить. Так, и теперь, да, древоруба. Точнее, это не древоруб, это немножко другой дракончик, но тем не менее. Прихвостень его увеличать. Все. Слушайте, друзья, пока ни одного промаха. Я серьезно говорю, ты сам видел, да? И это круто. Ты понимаешь, это круто. Мне этого так давно не хватало. Но, правда, изваяние стоило 90, извини меня, светлых янтарей. А накопить их, ну, для меня это было проблематично, потому что, считай, с самого начала я их копил, и только сейчас смог накопить. Как обычно, у нас с тобой колесо, которое мы должны крутить, и смотрим, что нам здесь выпадает. Давай плод мудрости, плод... Вот, спасибо вам огромное. Я бы не отказался бы еще от одного плода мудрости или пака. Но здесь древесина, либо рыба. Рыба. 13,5 миллионов. Ну что, забираем с тобой 75 рун. И у нас здесь мини-боссики уже пойдут. Мини-боссики. Два мини-боссика и потом уже самый коварный босс. Ох ты! Два кревета или драгур. Нет, это кревет у нас. Так, они сейчас тут, конечно, устроят мне трепку. А может быть и нет. Мы с тобой не промахимся, и это просто меня радует. Это ты зря делаешь, парень. Так, хватит тут пулять свои лазеры. Вот, кусайте лучше. Пускай он не добивает, но по крайней мере, он не промахивается. Нарадоваться не могу, ребят. Давай, наверное, так сделаем с тобой сон. То есть они промахиваются, не промахиваются не только ударами, я надеюсь, и своими способностями. Зачем я его разбудил? Скажи мне на милость, зачем я разбудил? Сейчас звезданет. Нет, это еще терпимо. Давай, наверное, хильнемся и добьем. Кто у нас тут? Ой-ой-ой, тройной удар. Шторморез и шепот смерти, собственно, персоны. Причем здесь два мини-боссика. Неплохо они тут устроились, я тебе скажу. Блин, что один, что второй. Противный, блин, понизили защиту. Сейчас, по-моему, давайте еще барсика мне ушатайте. И что же это получается? Это получается только лишь одно, ребят. Нам надо делать вот так. Иначе мы сфейлимся с тобой. Барсика уничтожат и все. И нас тут распетрушат. Погнали. Добиваем. Теперь надо брать тройного удара в разработку. Или штормореза. Нет, тройной удар все-таки, да? Да. Кусаем. Бьем. Так. Но он ничего здесь страшного не сделает. О-о-о. Страшного не сделал, но больно. Больно было. Все, голубчик. Да я хотел, блин. Ну вот как это называется, ребят? Называется издевательство. Я хотел на самом деле на него повесить слепоту. Но мы его в любом случае уничтожим. Но со слепотой. А вдруг. А, мы же не промахиваемся. Ну что, давай посмотрим.
Какова награда здесь будет? Ну, понятно, рыба. А может быть, они специально мне это делают? Потому что знают, что дальше будет очень много всего. И поэтому говорят: Рэй, мы тебе делаем наоборот как можно лучше. Я не спорю, ребята. Рыба и древесина нужна. Но почему-то все время у них акцент идет больше все-таки в сторону рыбы. На древесинку не так много. Так, 2 громобоя. Окей. Поехали. Что они сейчас тут? Понятно. Вдвоем будут нападать, да, на барсика? Вдвоем. Так, это значит, у нас получается зелень. Атака наносит красный только, да? Усиленную. Блин, хорош, сейчас звезданет суперударом. А вот как-то... Друзья мои, мы не промахиваемся, но зато у нас опять вылеты в игре происходят. Что есть тоже не очень гуд. Ладно. То есть, а энергия у нас забралась или нет? Что-то я не понял. Энергию, по-моему, все-таки забрали, да? Твою ж налево. Ладно. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого-нибудь тоже игра вылетает вот так вот, ни с того, ни с сего, на пустом месте, без каких-либо на то причин. Потому что у меня она периодически... Нет, бывает, конечно, вот, например, в прошлой серии я и знать не знал, да, про эти вылеты. А сегодня уже вот один раз вылетело. Давай-ка, наверное, мы с тобой все-таки усыпим врага. И продолжаем бомбить. Блин, так как-то, знаешь, немножко непривычно осознавать то, что твои драконы теперь не промахиваются. Что ты можешь 100% полагаться на то, что они либо добьют, либо нанесут урон. Так, слушай, хорош, хорош, хорош. Вау, бомбанул-то как. Ну что ты, чудище болотное, выпендриваешься. Давай-ка, баньки. Пускай спят. Окей, добиваем. Теперь попробуем. Хотя нам к столу... Ладно, я буду чудовище уничтожать. Давай, барсик, добьешь? Добьет. Ну и все, этот парень ничего против нас не сделает абсолютно. Да-да, Костолом, я к тебе обращаюсь. Ничего-то ты не сделаешь. Будем тебя тут разбирать. Да, Кривоклык неплохо наносит урон, но он красный, ребята. Он как раз усиленный урон наносит по зеленым, как ты видишь. И наоборот, зеленый наносит усиленный урон по красным. Так, что мы тут с тобой сделаем? Вот так. Все. Замечательно. Крутим колесо и смотрим, что нам выпадет. Рыба. Могли бы пак дать, но не захотели. Ладно, еще попытка. Плод мудрости? Спасибо. Вот это приятно. Мы получаем с тобой янтарь. Он полетит на почту. Блин, да, действительно, энергию забрали. У меня должно было все хватить. То есть, получается, мы с тобой сейчас с мини-боссиками деремся, а самый главный босс останется уже на следующую серию. Ладно, зато сегодня мы поиграем на арене. Ух ты, 2 штормореза. Поехали. 2 штормореза плюс костолом. Блин, это плохо. Ну вот что ты тут выпендриваешься? Да сиди ты! На попе ровно. Нет, вот надо ему обязательно, а, свои 5 копеек воткнуть. Барсик добьет? Да нет, не добьет. А нет, молодец, красавчик. Но нам нужно его сохранить. О, разбег будет. Все, не сохранил. К сожалению, не сохранил, друзья. Обидно. Что я тебе могу сказать? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, будем с тобой сейчас тормореза пока бомбить. А там ведь еще вторая волна будет. Там еще будет вторая волна.
Давай, наверное, вот так вот сделаем. Он его добьет с разбега. А, какой разбег он потратил уже? В сон. Не вижу смысла, ребята. Слепоту, конечно. Ё-моё. Слепоту вешаем. Давай, добивай своего другана. А мы будем тебя бомбить. Надо будет еще хильнуться нам. Как думаешь? Нет, не стоит. Не стоит, потому что вот эти вот разбеги чревато могут на нас сказаться. У нас есть, если что, груши, есть энергия, мы с тобой как-нибудь выровняемся. На тебе. Слепоту, наверное, не буду вешать. Все. Ёлки-палки, две глыбы. Две глыбы, друзья. Как тут быть-то? Наверное, все-таки кусать. И замораживать. Давай, пускай спят. С кого начнем? С глыбы, конечно же. Ай, именно того разбудил, да? Бомбим. Кусать. Блин, они потом вдвоем. Хотя, подожди, один спит. Только не говори, что ты два раза будешь ходить. Оу-оу-оу-оу. Извиняюсь, ребята, опять звонки. Уже достало это все. Буду вырубать телефон в следующий раз. Так, блин, иногда важные люди звонят. Ладно, поехали. Что, будем с тобой разбирать? Давай так сделаем. Хильнуться я не могу. Но это пока будет спать. Пока будет спать, этого разберем сейчас. Отлично, ну что, остается лишь... Может быть, нам... Вот так вот сделать? На всякий случай. Окей. Все, этот парень уже нам не страшен. Мы его сейчас с тобой будем потихоньку разбирать. Так. Ну, буквально один удар и один укус, и все, и он распластается. Поехали. И кусаем. Все. Все, ребятушки. Жалко, конечно, что энергии не хватает на последний бой. Надеюсь, что-нибудь хорошее выпадет. Рыба. Лучше не надеяться, только в этом случае тебе что-нибудь выпадет. Опять рыба. Вы издеваетесь. Все. В следующей серии мы с тобой забьем босса. Надеюсь, что забьем. И посмотрим, что будет. Так, ну где у нас там по заданиям, что нужно сделать? Давай посмотрим. Так, в путешествии без зубика. Ага, в обороне поучаствовать. Приобрести тусклый янтарь. Приобрести. Уэрит. А как я... Не понял, как я должен приобрести у него тусклый янтарь? Бред какой-то, говорят вообще. Так, для улучшения требуется 1500 викингов. Угу. А тут победа над флотом. Максимальное число... Украшение, это сокровищница. У нас там ноль. Да тогда я не вижу смысла, ребята, атаковать. Пускай она летит на поиски туманной напасти. Вот так вот, бесплатно. А беззубик у меня пойдет. Так, во-первых, покормить его надо. Ух ты, открыто новое путешествие. Теперь можно найти ветрохода. Так, подожди, подожди, подожди. Да закрой ты. Там еще можно же уровень ему поднять. 57-й. 15 миллионов, прикинь, чтобы прокачать его на 58-й уровень. 15 миллионов древесины нужно. А у меня, по-моему, здесь все занято, верно? Верно. Могу вот здесь ускорить. Давай его еще покормим.
Отправлять пока не буду, а хочу я все-таки отправить нашего беззубика. Сколько он, интересно, будет обучаться по времени? Сколько тут написано? 15 часов. Вот так вот, ребят. 15 часов он будет обучаться. Офигеть. Ну что, вперед на арену. Арена нас ждет. Поехали. Так, ага, все нормуль. Здесь соляночка нам досталась с тобой. Сейчас мы их запинаем тут по-бринкому. Мне уже не страшен здесь никто, потому что я не промахиваюсь. Так что все на изи. Влупляем. Ну что ты тут выпендриваешься? Блин, я и забыл, может быть, сардельку вернуть, а? Друзья мои, в наш состав места. Вместо Барсика. Что скажешь? Давай-ка их, наверное, баньки всех отправим. Сейчас шипореза будем с тобой валить. Довольно неплохо разбирается, кстати. Ать, сейчас удар. Но он добьет Барсика, это понятное дело. Ну, а мы с тобой будем бомбить сардельку. Ну что ты, что ты, что ты там задергался? Кто кого, что ли? Блин, ну нам. Ну давай так сделаем. Сарделька крепкая, да. Укусик. Теперь удар хвостом. Ну и в принципе все. Там остается только лишь укус сделать. И победа за нами. Давай-ка посмотрим, что нам здесь предлагают. Значит так, красный, фиол и зеленка. Получается опять соляночка. Обожаю солянки. Потому что у меня тоже соляночка. Так, тихо, тихо, тихо. Пока нормуль. Душителя возьмем с тобой в оборот. Блин, ветрокрыл очень мало наносит урона. Вот, вот это меня бесит. У него очень... Ох, ё, неужели сейчас завалят? Ты прикинь? Молодцы. Иди сюда, будешь помогать. Вот, 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 спасибо тебе большое. Давай, по своим. Ай, как крутенько. Давай вот так, наверное, сделаем. Блин, а этот сейчас будет что-то чудить. Что он будет чудить? Вот так вот, да? Неконтролируемый. Так, душитель, добей вот этого, пожалуйста. Нет, не туда. Так, ну что? Ой-ой-ой. Блин, он вышел из-под контроля, из-под слепоты. Ну все, и Барсика мы с тобой потеряли, получается. Теперь у нас с тобой только лишь один вариант. Вот так вот делать. Давай трать свою суперспособность. Опа. Красавчик. Так, добьем. Ну и остается лишь уничтожить душителя. Ну-ка. Изи. Молодец, кривоклык. Выстоял. Ну и кто здесь у нас? Шепот смерти. Так, чудовище и громыль. С шепота смерти начнем. На третьем ходу он будет делать свою ульту. Да ты припух, что ли? А, 14 уровень, вот оно что. Ясно, ясно все тогда. Блин, я боюсь сейчас этот... Хотя он укусит. Блин, нам нужно добить. Так, этот, скорее всего, сейчас уничтожит мне Барсика. 100% тебе говорю. Нет, тогда этот. Тогда этот, все правильно. Что у нас там будет дальше? Блин, как бы мне лучше вот этого, наверное, нахлобучить, верно? Ой-ой-ой, сейчас, ох, ё, вот это я промахнулся, ребята. Ну, промахнулся в плане того, что не подрасчитал. Ну, давай свои суперудары. Сделаем так. Потом будет...
Блин, они уничтожат. Ветрокрыло мне сейчас бомбанут. Добей. Добей своими фаерболами его. Ну, почти. Почти у него получилось. Это сейчас укусит или что он там сделает? Ты специально, да? Я манал. Три фаербола в меня. Теперь пробуем. Уж не знаю, как у нас тут это получится все. Все, приплыли, да? Приплыли, друзья мои. Он меня завалит сейчас. Твою же налево. Как вот так вот проиграл? Ведь не должен был. Как вот они врубают этого ханорика? Все, сразу же игра на спад идет. Так, нам нужно еще победить с тобой двух драконов, и тогда мы получим первый пак. Шепот смерти, да? Попробуем. Причем что-то такая до боли знакомая команда вроде бы уже была до этого. Угу. Здесь, значит, огнеплюйка столом. Ну что ты там? Уклонились мы. Нам бы вот этого перца надо валить. Или знаешь, что мы можем сделать? Вот так. Пускай он нам поможет. Давай. У тебя как раз усиленная атака. О, красиво. Че, чудище лохматое. Сейчас мы до тебя доберемся. Раз. Два. Так, бомбани ему за нас. Ой. Что-то я ошибся, ребят. Не то, не то, не то. Обалдеть, Барсика просто сдуло. Как будто его здесь и не было вовсе. Так, парень, ты будешь за нас. Ты будешь за нас и будешь промахиваться по нам. А мы будем тебя бомбить. Давай так договоримся. Поехали, кусаем. Так, он 12 уровня, поэтому мой кривоклык его довольно неплохо. Слушай, а куда у тебя делась слепота? Что-то быстро очень спадает она с него. Да вот дудки. Поехали. Раз. Два. И остается пару ударов, может быть даже один удар. Конечно. Да вот так вот сделаем, да и все, ребят. Ну и забираем с тобой пак, естественно. Победушка за нами. Вот он, красавец наш. Ну-ка, порадуй. Громель, шепот смерти, древоруб, водорез, кривоклык. Окей-доки, ну что, а мы бежим с тобой за вторым паком. Блин, я уже, наверное, думаю. Смотри, мы сейчас промахиваться не будем, поэтому сардельку, в принципе, можно вернуть в наш отряд. Кто у нас тут? Ага. Синюха, краснуха и фиолетовый. 14 уровень. Тут, наверное, мы начнем вот с этого хламончика. Хотя он безобидный, в принципе, но зато он быстро разбирается. Так что нам выгоднее с него. Дай твою же дивизию, что ты там придумал? Понятно. Так, а мы можем с тобой вот так вот сделать. Пока, Барси. Ага. Ха-ха. Не вышло ни шиша, да? Давай, помогай мне. Прекрасно. Сейчас хана. Ну, в этот раз Барсик, конечно, сфейлился. Кусаем. Можно зам... А зачем? У нас слепота действует. Бомбим. Так, уничтожишь ты его, нет? Вот. Теперь он должен быть полностью нашим. Теперь и слепота никогда, ребята, не промахнется у нас. То есть мы 100% будем попадать. За все игры, что мы с тобой сделали, я еще ни разу не видел, чтобы мы промахнулись. Вот он промахивается, мы нет. И это круто, на самом деле. Это очень круто. Если ты со мной согласен, то поддержи лайкосиком. Погнали. Ну, дорого, да, дорого стоит, конечно, это изваяние. 90, считай,
светлых янтарей. Но зато оно того стоит. Все, ребята, победушка тут наша. А здесь у нас, ага, два зеленых, нифига себе, 15 уровень. Как тебе такой расклад? Мне не нравится. Очень не нравится. Почему не все время на Барсика нападает? Я никак не могу понять, надо что-то делать с этим делом. Ребят, сейчас попробую взять тоже Сардельку в свою команду. Достали уже, серьезно тебе говорю. Атакуют и атакуют, постоянно его. Так, у нас будет что-нибудь в ближайшие секунды? Сон какой-нибудь, нет? Ну, Барсика потеряем, потом нам дадут усыпить. Спасибо. Лучше, блин, не придумаешь. Давай. Выбора и так нету. Что тут дальше? Давай, наверное, вот этого бомбить. Твою же дивизию, блин. Лучше не придумаешь. Достал ты, а, парень? И этот еще следом идет. Неужели вот так вот мы с тобой и проиграем, получается, да? Хотя, постой. Вдруг повезет все-таки. А как мне тут повезет, если мне придется атаковать его? Повезет. Он сейчас добьет. Да, Ветрокрыл, мы тут с тобой сейчас будем до посинения его бомбить. Просто до посинения. Что это? Ну что это такое? А он сейчас будет нам, хотя мы... Ну вот, об этом я тебе... А, он повысил атаку себе. Ты посмотри, как он наносит урон. Давай его баньки. Эть, чуть-чуть не хватит. Он сейчас что-то сделает, ребят, себе. ХП поднимет, да? Поднимет ХП. А нет, атаку, все, ребята. Он атаку себе повысил. И из-за этого он проиграл. Давай-ка посмотрим, кто у нас тут. Опять. Блин, я же хотел взять этого. Сардельку. И забыл. 15 уровень, ё-моё. Нас просто вот уже, ребята, зажимают. Именно уровнем, левлом. Посмотри, 15-й и здесь 15-й. Я дамаг наношу минимальный. А они сейчас будут свои суперудары делать лютые. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, уклонение, хорошо. А тут вариантов-то не так уж и много. Либо здесь, либо здесь. Давай вот так вот сделаем. Предположим. Так, ты кого будешь бомбить? Понял. Мы тебя будем добивать. Ой-ой-ой, зря-зря. Я думал, что все-таки немножечко останется ХП у него. Он бы нам еще целый уровень бы мог помогать. Так, у этого пока защита минимальная, можно его сейчас. Сейчас что-то будет страшное, ужасное. Ага. Ага, давай. Делай свой разбег по своему же корешу, молодец, красавчик. Бамс. Найс. А мы этим моментом, конечно же, с тобой воспользуемся. И вот так вот еще сделаем. По-моему, им хана обоим. Надеюсь на это. Да? Да. Все у нас получилось великолепненько. Ну и кто у нас тут? Ё-моё, опять 15 уровней и опять же душитель. А я, как всегда, ребят, поспешил и забыл взять сардельку. Вот сейчас буду вас смешить своим нелепым боем. Мне нужно всего победить двух драконов. Только в этом случае я смогу получить пак. А иначе еще один бой. Но тут, походу, нифига, ребят, не получится. Ну ты посмотри. Просто посмотри, какой рас... Просто раскатывает меня здесь. Как катком. Так, если сейчас не добьет, то есть возможность усыпить. Усыпляем им бдительность. Будем бомбить. А, пониженная атака. Поехали.
Угу. Да чтоб тебе, Барсику крышка, да? Понятно. Как быть-то? Я, наверное, вот так вот все-таки сделаю, ребят. Уж не обессудьте. Не хочу получить люлей от скалы. А вот он пускай бомбит. Замечательно, поехали. Так. Сюда. Промашка сейчас будет у него. Блин. Ну как так-то? А, сон, конечно же. Фух, испугался раньше времени. Так, а теперь кусаем. Прекрасно. Все. Прошли мы с тобой аренку. Пойдем получать награду. Ну вот он, наш пак. Смотрим. Кревет. Древоруб, громобой. Так, змеевик и глыба. Вау. Тройной удар. Ребята, еще одну карточку, и мы его прокачаем. Сможем прокачать. Слушай, подожди, я же вроде бы должен получить награды здесь за арену. Хм, интересно, здесь нет такого задания. Так, мне порекомендовали смотреть вот эти вот видео. Поехали. Так, мы получаем 75 тусклого янтаря. Ну ладно, все равно на халявку, можно так сказать. Событие. Так, а что, мне показывают события? Я пока не могу пройти, ребят. Энергии нету, но в следующей серии обязательно допройдем с тобой. 500, извини меня, цветков Фреи. Это, считай, 1500. Это нам нужно обязательно. Слушай, а у нас что, расширение территории в ближайшее время не рассматривается? Я так понимаю, да? То есть я должен ютиться вот здесь, на этом островочке? Своем. Интересно. Так, ладно. На дорожку я, наверное, отправляю всех драконов на поиски. Древесины, естественно, потому что рыба у меня, ну, вообще, ребят, просто полный завал. Кстати, что у нас тут вообще есть? Ага, блестящий янтарь забираем. Все. Блестящий, а я его постоянно называю светлым. Светлый янтарь, светлый. Ну, блестящий, светлый. Нормально все. Так, эти все у нас рыскают. Что нужно вот здесь вот? А, викингов нужно дофигище. Понял. Давайте-ка, ребят, тоже ищите. Нечего вам тут прохлаждаться. А, там рыба. Ну, ничего страшного. Пускай ищут. Иди за рыбой, за рыбой. У этого пока все закрыто. Ты, рыбачок, тоже вали. Так, ты за древесиной, ты не можешь. Тут пока еще закрыто. А ты что там у нас? Вперед, вперед за рыбой. Принцесса огнеедов тоже пока ничего не может сделать. Ну и достаточно. Все, ребята. На этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.